Всем привет, с вами я, SparkaPlay, и мы играем в Дельтарункша Тир 2. Ну, вы помните, как я играл 5 часов, проходил эту игру и не прошел ее до конца, но мы почти прошли до конца. Так, надо еще побольше. О, вот так нормально. Надеюсь, у меня страйки нет. Вот тут мы продолжили. Да, вот тут мы продолжили. Вот тут. Да, вот. Вот, наконец-то. Мы уже тут-то, как тут-то. Угу. Чё у нас тут? Так. It's a bit scary moving to the next place. That is a ball. Типа... Я... Типа... Сейчас. О, господи. Так. Типа, немного страшно переезжать на новое место, но как мячик. Да, я по полгода буду переходить это. В сфере нет ничего, кроме самой сферы. Понятно. Может, лучше не переводить? Ох, мальчик, ох, мальчик. Короче, это... Мусорка. Короче, это мусорка. Так, тут закрыто. Угу. Салам алейкум. Здрасте. Это кровать. Можно видеть сны. Крутая колючая кровать. Можно так весело спать ночью. Это финальное что-то там. Так, это лантер. А вот королева. Ральзей, скоро загрузится моя комната. Так, эту надо перевести. Так, фотося. Блин, чё так сложно? Так, оно говорит... у меня есть длинная таблица требованный готов. Ха-ха. Я лучшая, я лучший. Раз здесь же это он, я лучший. Королева много трудилась. Или чё? Я пойду и вернусь туда. Короче, с меня англичанин тот. Короче, мы стараемся пройти игру, а не переводить вот это все. А то я
Будем в следующей серии. Когда... Либо когда русификатор будет, либо на стриме сделаю стрим, и мы просто будем переводить все таблички. Я не знаю зачем. Просто захотелось так. Я просто не знаю. Что-то как-то долго. Уже 5 минут мы переводим эти таблички. Ё-моё. Понятно. Но тут у нас ничего нету. Сохранится. Я говорю, сохранится, да. Подожди, а это что такое? Не надо. Так. Давайте сюда пойдем. Может, там что-то открылось. Опа. Да просто... Ха-ха. Просто много чего-то там. Ха, просто все крутые танцуют. Это просто величайший костюм. Просто. Это новый костюм. Самый прекрасный. Всего просто за... 4909. Скоро закроется. Ё-моё, это серьезно. Вы смотрите на костюм. Вы хотите его купить. А теперь мне интересно перевести это. Ха-ха. Чё будет? Орлетей в шоке просто. Ралзей просто в шокарях. Я ору над его лицом. Это просто шок. Шок. Он увидел, что не должен. Что? Кто сделал это с моим манекеном? Я... Ха-ха. Господи, я ору. Это получается, типа я принц, я как твой принц? Я ей требую, чтобы кто-нибудь это исправил. Но никто не пришел. Ха-ха. Ха-ха. Это самый лучший перевод мира. Я похлопаю. Ха-ха. Пипец. Это кто-нибудь слушает? Ха-ха. Нет. Я слушаю. Как ты сложишь-то в другом замке? Привет, Лантер. Привет, Сьюзи. Ха-ха-ха. Ха-ха. Это гениально просто, я ору. Это гениально, некуда. Так. А может как-то обнять можно? Ха-ха. Пипец. Смешно. Так, ладно. Где у нас переводчик? Вот он у нас переводчик. Так, ладно. Пошлите вон туда. Это уже видели. Это закрыто. Господи, остановите мой смех. Это самое смешное, что я видел.
ну типа мы сделали все, что могли. Дальше мы просто пойдем вниз. Пока, Сьюзи и Крис. Эта дверь закрыта. Я понял. Мы зря туда только ходили. Мы сейчас до конца дойдем. Так, зайдем. Вот сюда. Это типа комната туалет. Детские книги. Мистер Эль. Понятно. Это было длинное время. Понятно. Это самая лучшая музыка в мире. Надеюсь, мне не дадут страйк за этот прекраснейший саундтрек. Так, а что у нас тут? Тем стильный. Тем получил смарт. Я пошел в колледж. Ачивка. Мечтание. Чё? Тем вернулся. Тем вернулся. Ха-ха-ха. Понятно. Пожалуй, я ничего не видел. Так. Ну что ж, отправляемся. Мы уже тут были. Как бы тут уже... Блин. Было ж прекрасно. Я люблю читать книги. Они просто прекрасные. Обновлены. Так. Госпиталь. А там будет... Простите, я... Моя энергия просто упала. Проблемы. Я бы весело поговорил. Спасибо за все, Крис. И ты, Сьюзи. Хорошо. Хорошо вам провести время. У нее потерялся голос. Так, ну что ж, давайте. Короче, это... Опа. Пицца! Кетчуп! Я ничего не видел. Маленький папа, я... Белива, блин. И... Азриэль. Чё-то продал... А чё у него лицо так зажмыхнуло? Чего? Стопэ, хватит мне. Пожалуйста, замороженную пиццу. Сейчас.
Ледяной волк. Большой кастомер. Это типа... Ледяной волк. Грузчик или чё? Я сода машина. Использовать. Холодная вода. Дабл. Дополнительный лед. И что-то еще. Горячая сода. Вау! Новые покупатели, чё? Веселые. Просто. Ох, угу. Понятно. Паркуйтесь, пожалуйста. Короче, кто-то что-то неправильно парковался или что? Что у нас с Саньком? Хей, что как? А, брат, ну он любит поговорить. А, кстати, о моем брате. Ой, мы это слышали. Мы это слышали. Я... Я ребенок, который был в библиотеке. Я студентка. Персонал библиотеки или чё? Только короче, там никого нет. Короче, пошлите лучше вон туда. Вот сюда. Ага. Ну там уже ничего нету, так что просто пошлите домой. Это мамина машина. Ну все, давайте. Ну ладно, давай. До завтра, Крис. До завтра, Крис. Крис. Крис, это новый друг. Это твой друг? Крис. Хочешь ли ты пирог? Короче, ладно, Сьюзи с нами пошла. Сьюзи. За мной. Ха-ха-ха, это идеальное лицо. Ха-ха, это лицо Сьюзи, это просто гениальное. Ха-ха, меня это рассмешило. Ох. Да. Ох. Я Сьюзи. Я. Мое имя. Так. Мисс Альфис что-то там говорила. Крис. Сьюзи. Да блин. Крис, Сьюзи хорошая девочка. Вы веселые друзья. Крис, Альфис. Блин.
Крис. Холодно. Крис. А где пирог? Ха-ха-ха. Сизи, просто... Сюрреаль... учите... ну, блин. Окей. Ха, Крис. Я... Сьюзи, Мария. Я? Ок. Ха-ха! Сьюзи, что? Мой пирог, мои правила. Ха-ха-ха, ну ок. Ну я пока пойду. Да, помыть руки. Почему бы и нет? Ха-ха-ха. Не, я просто помою руки, а что еще-то делать? Крис, ты чё делаешь? Да я лучше бы смыл. Ты куда, Крис? Ты чё, выпрыгнешь в окно? Ты чё, совсем? Крис, ты ненормальный. Упс. Хе-хе, Сьюзи. Я... Так. Ха-ха. Тьфу. Твоя очередь. Они там... Ох, Крис. Может, он спит? Сьюзи... как называют спящую Сьюзи? Ее называют Снюзи. Ух, эх. Как называет Ториэль, когда она спит? Снориэль. Ха-ха-ха, Снориэль. Снюзи энд Снориэль. Снюзи и Снориэль. Реально, я реально... Мне нравится. Это весело. И правда это весело. Стоп. А где Крис? Тель? Пирог уже готов. Где моя машина? Ок. Моя машина. Чего? Где он был? Чего? Чего? А, в смысле, а чё сейчас это было? Чего? А чего? А чего это было сейчас? Эй, Крис. А, прошло время. Ох, пирог.
Это было сложно. Окей. А, я поеду домой. Ох, нет, нет, нет. Сьюзи. Давайте уже. Чё? Все спать. Просто позвоню твоим родителям. Окей. Ох, хорошо-то как это. Эй, Крис. Давай со мной. Просто отдохнем секунду. Ты готов? А, смотрим телек. Смотрим телевизор. Блюдо... Сломанное блюдо 3. Бустер. Что-то там Кэт... Кэт Питерс или как там? Хех. Лёд. В кино. Так... Быстро, Крис. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хех. Это веселый день. Да ведь, Крис? Я разлей лансер все. Я просто крута. Этот мир прекрасен. Спасибо. Ральзей... Чё-то там домашку. Лансер. Чё-то там кровать. Всё. Ходили в эту школу. Блин, вот это обидно. Я не понимаю английский язык. Лак. Так. Сейчас переведем быстренько. Так. Так, смотрим, что у нас тут есть. Угу. Кажется, немного притянутым за уши. Да, давайте сделаем. Я не знаю. Да! Блин. Да. Актуаль. Тьфу. Что, Ральзей? Учитель питомцев или чё? Просто... Так. Что? Яблоки. Шампу. Нет. Да. Чё так сложно? Давай просто вернемся смотреть кота повара. Ха-ха. Как идеально. Фестиваль будет, да? Будет карнавал. Пойдем, да? Или что там? Я так и не понял. Ноэль или Ральзей? Я не знаю, что выбирать. Ральзей или... Ральзей. Что? Ты кто? Что? Просто
вернемся смотреть телевизор. Ага, блин, как бы Сьюзи Наэль, как бы нет. Что было бы, если я выбрал Наэль? Это просто гигантский монстр в кино. Давай, Крис. В 12 часов будем чинить машину или чё? Хе-хе-хе. Просто комфорт и все. И все. Или чё там? Все, она уснула. Классно. Классно. Сьюзи уснула. Офицер, офицер. Или чё там? Да. Чего? Тарель, ты чё, ненормальная? Ты чё, это в смысле офицеру звонишь? Ты ненормальная? Не понял. А чё Тарель звонит офицеру? Не понял. Слава богу, я наконец-то дозвонилась. Чего? Чего, блин? Чего? Чё за... Она знает, что... Стоп, чё? Чего, блин? Она чё, всё знает? Не понял. Трель, ты... Серьёзно всё знаешь? Ё-моё. Не, ну серьёзно, что ли? Да не верю. Чего, блин? Она всё знает? Как долго переводится? Ну давай, пожалуйста. Я тебя умоляю. Короче. Угу. А, мне показалось, что я видел, как кто-то бродил снаружи. И угнал мою машину. Чего? Чё ты там? Не понял, ты чё, ненормальная? Подожди. Она сказала... Тебя слушают... Она сказала, шины. А, я понял, они шины украли. Он шины украл, Крис, я понял. Выглядел так, будто их порезали. Короче, Крис теперь у нас этот ворует эти шины. Режет их. Ха-ха. Офицер. Помогите, пожалуйста. Вы скоро? Спасибо. Серьезно, шина. Как хорошо они спят. Что-то должно быть. Ой, Крис устал.
Ты фу. Крис, ты ненормальный? Крис, не пугай нас. Чего, блин, это сейчас было? Мне страшно. Ё-моё! Совсем, что ли? Крис обезумел, пипец. Крис обезумел. Вау. Ну ладно. Давайте на этом заканчиваем. Давайте. Смотрим до конца и прощаемся. И не забываем ставить лайки и подписываться на канал и нажимать на лучший колокольчик года. Так, титры пока что идут. Это нормально. Третья глава скоро будет. Ждите. Ладно, давайте на этом заканчиваем. Давайте, всем пока. И всем удачи. Всем приятного аппетита, кто кушает. И пока-пока.